родители угадывают с подарком. Мальчику подарили брата, а он хотел мопед. Кажется, что юмор – это удел взрослых. Но на самом деле Воронежская школьная лига КВН показывает, что смешно шутить можно уже с 7-летнего возраста. О том, как устроена юниорская лига КВН и почему зачастую именно в подростковом возрасте скрываются самые яркие юмористические алмазы. Обо всем этом расскажем прямо сейчас. Школьники ждали этого 4 года. Коронавирус и пандемия последние несколько лет мешали провести Воронежскую юниор-лигу КВН вживую. Но этот сезон возвращает веселых и находчивых подростков в горячее юмористическое состязание. Главный приз – поездка на Всероссийский фестиваль юниорской лиги в Анапу. Как одно из направлений творческой жизни ребенка, школьника, там, молодого человека и так далее, это как раз КВН. КВН вмещает в себя все. И танцы, и песни, и подумать головой, и что-то организовать, и куда-то собраться, что-то отрепетировать. И в этом процессе школьники уже с первых классов начинают понимать творческую жизнь, как она, из чего она устроена, чем она дышит, чем она живет и так далее. Учитель русского языка за правильное написание 7 пядей во лбу поставил ученику 5. Юниор-лига устроена так. Осенью, зимой и весной школьники участвуют в отдельных кубках. По итогам трех этапов у каждой команды суммируются баллы, после чего первые три места по набранным очкам соревнуются в отдельном кубке чемпионов. Кто в нем одержит победу, тот и отправится выступать на фестиваль всероссийского уровня. Некоторые школьники, наши же школьники в Воронежской кубке, уже появляются на центральных телевизионных каналах. И там наши ребята из Рамони уже выступают. Так что это еще такая перспектива такого творческого роста. В этом году сезон начинается с весеннего кубка. Участвовать в юниор-лиге КВН могут школьники всех возрастов, с 1 по 11 класс. Команды съезжаются со всего региона. Некоторые представляют только свой класс, кто-то играет за школу, а есть и такие ребята, которые выступают за целый населенный пункт. По словам организаторов, в любой точке нашего региона можно встретить людей, объединенных юмором и весельем. Во время распределения шуток очень главное никого не задеть, не обидеть, правильно раздать шутки и роли, а также проконтролировать само выступление, сами репетиции, хорошо подготовить команду. Ты участвуешь сейчас, когда в КВН, в команде, в основном какую роль ты там играешь? Ты там солистка, заводила? Какая у тебя вот роль в этой игре? Звезда. Что это значит? Ну, звезда – это самая крутая девочка, которая выражает все эмоции и достается из девочек, вот, примерно из мальчиков, больше слов. Играю я, потому что, ну, я очень с детства прям смотрю КВН, и с родителями я его постоянно смотрела. И вот я, когда я узнала то, что в школе можно играть в КВН, я очень загорелась, очень захотела, поэтому сразу пришла в команду, как только возможность появилась. Позитивная атмосфера, яркое творчество, а иногда и дорога реализации в юморе. Все это школьный КВН. Победу в весеннем кубке одержала команда «Эврика», в которой играет Юлия Калашникова. А звездная Арина вместе с 10-й гимназией заняла призовое 3-е место. Теперь ребята увидятся через несколько месяцев на осеннем кубке КВН.